Салют, Димон, ну как твои дела? Слышала, что ты татуировкой занимаешься. И я специально для тебя, Кольщик, записала поздравления. У тебя сегодня день рождения. И я желаю тебе счастья и везения. Ты же мастер по набитию наколок. И мы желаем тебе острых иголок, подруг упругих и сочных красок. Ты занимаешься любимым делом, это классно. Поздравления не только от меня, а еще от всех татуировщиков Ижевска города. Ты четкий парень, не крутой татуировщик. Все, что попросят, набить сможешь. В общем, Димон, всего хорошего тебе. Как-нибудь заеду, татуху набьешь мне?